Свои научные исследования в сфере туризма и спортивного менеджмента на 11-й международной научно-практической конференции представили 80 студентов из вузов Саратова, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Таганрога и Ташкента. Говорили о развитии индустрии гостеприимства, об использовании инновационных и информационных технологий в туризме и не только. Эта конференция проходит каждый год, и в этом году мы сделали ее такую интегрированную, когда у нас 6 фактически площадок представлены, все направления деятельности университета, все факультеты. В Сочинский госуниверситет также прибыла делегация из Германии. Университет Хайльброна – давний партнер СГУ. Мы рады быть здесь. Мы в четвертый раз приезжаем на конференцию в Сочи. В этом году мы празднуем десятилетие нашей дружбы с Сочинским госуниверситетом. Мы рады принимать участие в конференции, где обсуждаются самые актуальные вопросы развития индустрии гостеприимства. В нашем университете мы изучаем русский язык, а изучение языка невозможно без посещения России. Нам очень интересно поучаствовать в студенческом обмене между нашими двумя университетами. Сегодня в СГУ прошел российско-германский конкурс студенческих работ. Говорили о том, как крупные международные мероприятия влияют на экономику городов и стран. В Сочи сегодня центр событийного туризма, а волонтеры СГУ – участники всех крупнейших форумов и турниров. ВУЗ готов делиться опытом с зарубежными партнерами. В нашем докладе мы поднимаем тему обоснования инвестиций в крупные проекты на примере всегерманской выставки цветов. Нам очень интересен опыт Сочи, как сегодня работают вложенные в Олимпиаду или чемпионат мира по футболу инвестиции. Это мы обсудим с сочинскими студентами. Студенты СГУ представили на конференции 27 работ, из них выберут 16 лучших. Авторы научных исследований поедут в октябре в Германию на конференцию в университет Хайльброна. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.